Я, Офсеп Саакян, родился в 1995 году в городе Алаверды, Республика Армения. 2011 года я пастор Церкви Адвентистов Седьмого дня, где совершаю постоянное служение. После начала Карабахской войны 16 октября 2020 года из военного комиссариата мне сообщили, что я должен воевать против Азербайджана. На это я категорически отказался, потому что, во-первых, я служитель религии, а во-вторых, что я делаю в карабахской территории на азербайджанском земле. На мой отказ никто не обратил внимания, и мне из военного комиссариата сообщили, что все служители религии должны в обязательном порядке воевать. Те люди, которые были со мной, они тоже не хотели воевать, но на их отказ тоже никто не обратил внимания. После этого нас перевели на другую военную часть, расположенную в городе Сисьян. Там я тоже сказал, что я служитель религии, но они заставили меня одевать военную одежду и дали меня автомат АКМ. 24 октября 2020 года нас незаконно переправили армянскую и азербайджанскую границу на территории Кубатлинского района. Нас приказали там вооружить линию укрепления и воевать. Во время сооружения линии укрепления туда попал снаряд, и я остался жив. И для этого я благодарю Бога за то, что Он сохранил мою жизнь.